Шарапова Олеся Александровна, директор 13-й детской музыкальной школы искусств города Минска. Черепко Алексей Иванович, директор 8-й детской музыкальной школы искусств города Минска. А также хотим вам напомнить наших творческих партнеров. Учреждение образования Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки. Большой театр Беларуси. Национальный академический драматический театр имени Максима Горького. Белорусский государственный академический музыкальный театр. Республиканский театр белорусской драматургии. Заслуженный коллектив Беларуси «Театр киноактеров». Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-арена». А также украшением нашего конкурса стала художественная выставка «Краевиды», представленная Минским государственным художественным колледжем имени Глебова. Ну а сейчас для торжественного слова мы приглашаем председателя жюри Чеховского Олега Константиновича. Ну что ж, добрый день еще раз, уважаемые конкурсанты, уважаемые родители, преподаватели и, конечно же, просто любители эстрадно-джазовой музыки. Вы знаете, очень приятно, что наконец-то состоялся такой интересный конкурс. И, вы знаете, много разных конкурсов бывает. Бывают в основном вот или духовые там какие-то оркестры играют, либо пианисты отдельно, а вот эстрадно-джазовое направление как-то не очень в нашей стране пока еще развито. Вот я считаю, очень хорошее начало, благодаря, наверное, действиям директора школы, да, в первую очередь. Ну, что хотелось бы отметить. Хорошая подготовка всех конкурсантов. Очень порадовали пианисты, скажу честно. Очень приятно, на правильной волне. Вместе с тем, хотелось бы немножко некоторые моменты, вот уделить внимание, да, некоторым моментам. Внимательно читайте, что за конкурс, как он называется. В названии конкурса заложено, какие должны прозвучать произведения, какая направленность. Есть эстрадно-джазовые произведения известные, мировые, может быть, включать какие-то более известные произведения, где можно раскрыться, где показать импровизационные какие-то моменты. Все-таки джаз подразумевает не просто какие-то грин-джаз, да, темы известные, а импровизации какие-то легкие. Сегодня в малом количестве были они представлены, к сожалению. Я думаю, что это первый конкурс, дальше будет еще лучше. Ну, а так, хочу сказать, что все молодцы, особенно тем, кто приехал не из Минска, а немножко издалека, с Бобруйска и так далее. Молодцы. Хотелось бы на следующих конкурсах увидеть расширенный состав, потому что некоторые группы были слабо представлены. Хотелось бы, чтобы было больше участников. И пожелать, чтобы этот конкурс развивался, вам нравилось здесь находиться, и вы получали гран-при, первое место, второе и так далее. Спасибо за внимание. Ваши аплодисменты всем нашим победителям, потому что мы все уверены, что проигравших сегодня точно не будет. Итак, диплом лауреата третьей степени получает лапы Арина. Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13 города Минска. Учитель Рышкевич Анастасия Леонидовна. Диплом лауреата второй степени. Лыщик Алиса, государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13 города Минска. Учитель Ермолаева Людмила Петровна. Средняя группа 10-12 лет. Диплом участника награждается Есис Юлиана, ООО «Арт-вокал», учитель Хатинович Анна Владимировна. Дипломом участника награждается Моровский Елизавета, государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 20 города Минска, учитель Кривошеев Евгений Леонидович. Диплом лауреата третьей степени получает Урываев Леон, государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13 города Минска, учитель Морозевич Галина Васильевна.
второй степени. Рогаль Алексей, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13, города Минска. Учитель Морозевич Галина Васильевна. Диплом лауреата первой степени получает Хомчик Наталья, Государственное учреждение образования, Марина Горская, детская школа искусств. Старшая группа 13-15 лет. Диплом лауреата первой степени получает Жирный Тимур, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13, города Минска. Учитель Ручкевич Анастасия Леонидовна. Номинация «Бас-гитара» или «Электрогитара». Средняя группа 10-12 лет. Диплом лауреата третьей степени получает Шарков Даниил, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 18, города Минска. И специальный приз получает концертмейстер Казак Олег Анатольевич. Диплом лауреата второй степени получает Гимбицкий Алексей, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 5, города Минска. Учитель Степанович Матвей Сергеевич. Старшая группа 13-15 лет. Диплом участника получает Колупаев Михаил, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13, города Минска. Учитель Дружина Константин Александрович. Веретенников Григорий, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13, города Минска. Учитель Дружина Константин Александрович. И Супченко Константин, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 13, города Минска. Учитель Дружина Константин Александрович. Дипломом лауреата второй степени награждается Коршикова София, Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки. Учитель Банкевич Александр Дмитриевич. Диплом лауреата первой степени получает Акулич Иван. Вы знаете, очень хорошо сыграл. Я думаю, что через несколько лет придет президентский оркестр, достойно представляет гитару. Согласны? Ударные инструменты. Младшая группа 8-9 лет. Дипломом лауреата первой степени награждается Матюшенко Владислав, Государственное учреждение образования, Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Грузинского района города Минска. Учитель Генович Кирилл Дмитриевич. Средняя группа 10-12 лет. Дипломом участника награждается Морос Виталий, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 2, города Бобруйска, имени Алобникова. Учитель Станишевский Георгий Анатольевич. Концертмейстер Примакова Ольга Александровна. Ансамбль. Младшая группа 8-9 лет. Дипломом лауреата третьей степени награждается фортепиарный ансамбль Мартынюк Владимир и Архипенко Арина, Государственное учреждение образования, детская музыкальная школа искусств номер 20, города Минска. Дипломом лауреата второй степени награждается Шелик Ярослав и Будова Алина, Государственное учреждение образования, Азерицкая Слободская, детская музыкальная школа. Учитель Шмелева Инна Валентиновна. И специальный приз концертмейстеру Обметка Лидии Петровне.
Средняя группа 10-12 лет. Дипломом лауреата первой степени награждается ансамбль ударных инструментов «Ударные еноты» Государственного учреждения образования «Детская школа искусств номер 2 города Бобруйска имени Алопникова». Учитель Станишевский Георгий Анатольевич. Старшая группа 13-15 лет. Дипломом лауреата третьей степени награждается ансамбль «Good Day» Государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств номер 13 города Минска». Учитель Вишневич Анастасия Леонидовна. Второй степени награждается ансамбль блокфлейтистов «Прикордериум» Государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств номер 7 города Минска». Учитель Мурашко Владимир Геннадьевич. И дипломом лауреата первой степени награждается ансамбль «Snack Duet» Государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств номер 13 города Минска». Учитель Немытько Илья Владимирович. Итак, внимание, самое главное, мы сейчас узнаем буквально через несколько секунд, гран-при конкурса. Коркина Ася, вокал учитель Катанович Анна Владимировна. Ей благодарность. Да, просто умница, слов нет. Было приятно очень слушать, очень все было здорово. Да. А у концертмейстера Лоскутов Иван Максимович, Борейко Евгений Владимирович. Отдали поздравления. Все. Пожалуйста. А на этом наша церемония награждения подходит к концу. Всем большое спасибо за участие.